Всем привет! Мы на Новом Арбате, метро Арбат. Вот. А сейчас, значит, с друзьями, с Андреем Керимовым пойдем в обменник, будем обменивать биткоины. Он закрыл пятую площадку. Пришли в биткоин, менять банкомат. Вот, заходим. Вот Андрей. Скажи что-нибудь. Приехали деньги, блядь. Курс. Вот он курс. Так, смотри, сейчас биткоин скинем, да, получается? Да, сейчас я сейчас тебе в скину. Адрес. Адрес. Можешь, да. ВКонтакте, можешь? Могу ВКонтакте. Да, ВКонтакте еще. Ребята, сумма хорошая. Ребят, скажу одно, проходите верификацию. Самое главное, проходите верификацию. Это защита финансового пароля. Поэтому я прошел, и поэтому вам тоже даю совет, пройдите. Потому что пятая площадка, сумма большая. Как-никак, 134 биткоина, это 80 тысяч долларов. Пожалуйста, проходите. Ре. Де. Ко. Скоин. Кошелек. Нажимаем совершить. Вставляем мы. Так вот. Поднимаемся, пишем 100 биткоинов. Вот, ребят, мы встали, 100 биткоинов. Видно, да, будем переводить сейчас. Вот, Азамат, все верно, да? Все, нажимаем совершить перевод, перевести. Так, пишем, что Андрей Керимов, да? Проверяем вот данные. Да, данные, то есть время, число. Здесь финансовый пароль вставляем. То, что я вам, ребят, то, что я вам говорил, нужен финансовый пароль. Нажимаем совершить. Ждем мы с вами. Ребят, обязательно нужен финансовый пароль. Это самое важное для вас, потому что деньги большие, вам нужна защита нужна. Поэтому проходите верификацию. Как пройти верификацию, вы можете посмотреть на сайте или спросить своего спонсора. Ждем. Все. Аккаунт успешно выполнен. Вот. Все выполнено. Да, сейчас мы заходим в свой кошелек. Главное, открывается этот кошелек. Сейчас через минуту отобразится. Все. Видим, все, 116, да? То есть опускаемся ниже. Можно посмотреть 100 биткоинов на этот кошелек. То есть показывается. То есть я пока последняя вы видите. Последняя операция. Да, последняя операция, да. Поэтому. Все, теперь ждите. Мы пошли снимать наличку. Арбат, ребят. Красиво, да, здесь? Ребят, мы на Новом Арбате, еще раз повторюсь, Альфа-банк. Сейчас, значит, провели операцию по переводу биткоинов и пришли с сотрудником обменника в Альфа-банк для того, чтобы проверить купюры. Вот, на подлинник, вот, и заодно их пересчитать. Вот, заходим в Альфа-банк. Итак, ребят, мы пришли в банк, сейчас будем получать наличные. Будем проверять деньги, проверим, мы узнаем, что мы теперь.
И проверили на пути. Да. Все, купюры проверили, пересчитали. Да, здесь вот, сколько здесь, да, то есть, ну, здесь, скажем так, да, 134 биткоина. И я хочу спасибо сказать, это Андрей Главашенко, Александр Ковальчук и Юра Селенко. Ребята, вы сделали компанию, не имея аналогов, да, то есть за полгода получить только с пятой площадки 134 биткоина. Это примерно 5 миллионов. Я скажу одно, 10 марта по 13 сентября я заработал более 8 миллионов рублей. Ребят, более 8 миллионов рублей. Вот. Что с этими деньгами сделаю? Ну, подпишитесь на канал и увидите, что я куплю на эти деньги. И, ребят, еще раз скептикам, вам скептикам, да, кто не верил, кто боялся, говорит, так быть не может. Ребят, вот они. Компания RedX дает вам такие шансы денег. Я снял, скоро будут партнеры снимать тоже с 5% такую сумму. Поэтому, кто не верил, я показал вам путь и веру в себя.